Туристам вновь открыт доступ на остров Мон-Сен-Мишель, где этим утром прошла полицейская операция по розыску неизвестного мужчины, который выкрикивал угрозы в адрес правоохранительных органов. В качестве меры предосторожности отсюда были временно эвакуированы около 100 туристов, а сотрудники полиции прочесывали территорию и обыскивали все дома. Поиски велись из вертолета, но не дали результата. Аббатство Мон-Сен-Мишель расположено на небольшом островке у самого берега на границе Британии и Нормандии. Это одна из самых посещаемых достопримечательностей Франции и один из символов страны, полюбоваться которым стекаются туристы со всего мира. Представители полиции уже выразили уверенность в том, что на острове разыскиваемого нет, и людям ничего не угрожает.